Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MateBook E. И сейчас мы разберемся, как записать экран на данном ноутбуке. Для начала, в принципе, все, что нам нужно сделать, это нажать комбинацию клавиш. Комбинация клавиш — это Windows плюс Alt плюс G. Как видите, открылось окно записи. Также это окно по совместительству является окном Xbox. Что ж, и здесь вот есть точка. Для начала записи нужно на нее нажать. Но, как вы видите, игровые функции недоступны для компьютера с Windows или проводника. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.